А они стоят втроем и машут мне рукой. Этот махонький такой ребеночек тоже машет рукой. А потом мама мне говорит: вы знаете, что Максим сказал? Когда вы поехали, он сказал: мне его жаль. Я говорю: почему, малыш? Он уехал на трамвае, а я его люблю. Вы представляете, насколько это глубоко? Практически это уже поэзия Волошина. Это поэзия Мандельштама, Гумилёва. Мне его жаль. Его жаль. Слышите, какая глубина? Он так и не узнает, он уезжает от своего чувства, от своей любви. Он уехал на обыкновенном трамвае. Трамвай ходит каждые 2-3 минуты. Он уехал на трамвае, а я его люблю. Его жаль, не меня, что он меня покинул, а его. Это ведь глубина нечеловеческая, немыслимая. Это риторика высочайшего масштаба на уровне, когда она уже смыкается с подлинной поэзией. Вот такой я хотел бы видеть школу.